Шалом. Шалом. Простой мальчик-пастух так коснулся сердца Бога, что Бог избрал его быть физическим представителем здесь на земле его царства. Давид в своем сердце нес что-то драгоценное. Он выразил это как одно, чего я хочу, того-то вот только ищу, чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни жизни моей и посещать храм Его. Я молюсь и я провозглашаю, что в этот час Дух Святой помажет глобальное тело Господа Иисуса Христа помазанием, которое имел Давид в своем сердце, чтобы в этот час мы приняли свежий вклад, более глубокий огонь внутри нас, чтобы сказать: «Да, Господь, мы жаждем Тебя, мы хотим глубокую близость с Тобой, соединиться с Тобой и взирать на Твою красоту, чтобы просто нас пленила Твоя благость, и мы хотим все остальные наши вот интересы отложить и прийти к Тебе, Тебя спрашивать, Твою перспективу. Аминь».